Так, всем здорово. Сейчас, короче, у меня запись не сохранилась немного, но да ладно, в принципе. Я сейчас с телефона просто записываю, смотрю видос этот. Вот, обрезать буду, если что. Так. Короче, это самый похожий разбор на Ютубе, насколько я могу сказать. Хотя, в принципе, на Ютубе только один разбор. Это «Семейство Зили Боб». Вот, у нас есть партия такая органа, вот, я его не смог прописать, ну как, ноты я точно такие же поставил, но я тот же звук не могу подобрать, поэтому вот так вот, так. Вот примерно вот так вот звучит оригинальный, и я подобрать такой не смогу. Вот, но ноты, они одни и те же. Так, ну вот орган, в принципе, это самый, ну, который я именно выбрал. Семейство Зили Боб, это тот челик. Вот. Но он не похожий. Он еще вот этот аккорд, он продлил его до сюда. И вот эту нижнюю ноту он просто поставил снизу. А я сделал вот этот аккорд. И, короче, он точно-точно похожий. Если что, извиняюсь за то, что лагать будет. Вот, также я заметил то, что здесь есть два паттерна органа, то есть на нижней октаве и на одну октаву вверх. Примерно вот так вот звучит. У нас есть пианинка вот такая вот. Это стандартная пьюритерская пианинка. Просто отключаешь пады снизу и все. То есть немного убавить можно. Я кинул его на первый канал там. Я немного подрезал. Кстати, первый канал вместе с органом вторым. Вот. Примерно так звучит. Вот, да. Такой эквалайзер у нас стоит и на втором органе. Второй орган, кстати, я смог подобрать. Это из Нексуса. Вот, примерно так вот звучит. Пианинка. Нет, не звучит. Ладно. Кстати, проект я выложу в комментарии. А, нет, в группу ВК. Я выложу проект в ZIP-формате, как и полагается, в принципе. При достижении 20 лайков, я думаю. Потому что у меня на канале подписчиков нету, и то есть... Надеюсь, кому-то это зайдет, хотя, в принципе, это точно-точно похоже на оригинал. Но, в принципе, слушаем. Да, примерно такая партия пианино. Тут есть еще Белса. Тут сейчас не видно будет, потому что у меня немного видос размытый. Я просто снимаю на говно. Вот. У меня ноуты, по-моему, 9 лет, что ли. Вот. Ну, это Брехт Белл. Не знаю, как правильно. Ноты я не точно такие же поставил. Такая вот эквализация. Я вот эту вот фигню срезал просто, потому что вот если ее поднять, то будет очень жесткий свист. Ну да, в принципе, можно опустить. Также я подрезал самый верх, чтобы это также не так сильно в уши долбило. Так, у нас есть FX, я его немного убавил, там около 29%, да, 29%. У нас есть грозбит с такой настройкой, это я сам накрутил, потому что тут вот, в этом вот месте, там pitch падает. Также тут лимитер и софтклипер стоят, просто это мой способ такой, то что... Если ты ставишь софт-клипер, и у тебя, ты хочешь там бас громче сделать или еще что-то, и он тебя клипует, то
просто кидаешь лимитер и ставишь где-то интенсивность на 50 или 25%, ну или 30%. Чтобы не так слишком было. Вот первый снейр. Это мой любимый. Ну как? На нем раньше был фленджер, но я его отключил просто потому, что он не должен быть там быть. Теперь слушаю. В принципе, да. Так, второй снейр. Это прям точь-точь, как в оригинале. Ну как, почти точь-точь. Я этот снейр очень-очень долго искал. Вот. Он из драмкита Neighborchap. Если что, я еле нашел. Так, Fruity Reverb. Тейп с таким... С этим снейром именно. Он любит такой реверб делать. А вот вторая партия снейров. Такую партию снейров никто бы не сделал, кроме меня и тейпа. Ну как, есть еще какие-нибудь западные люди. Но есть и вообще люди. Вот как думаете, что это за обработка? Это не обработка, это не плагин. Это вот снизу, вот эти вот, даже, кстати, вот эти, то, что я ноту вниз делаю, это не то. Вот здесь вот в этой вкладке есть там фильтр, что-то там, frequency, что ли, там где-то, вот, короче, вот так вот вниз ставишь, вот именно вниз нужно, потому что вверх ничего не будет, вот вниз ставишь, и он типа будет занижаться. Также есть что-то с фильтром, только Q, там приписка, и вот здесь вот, фильтр резонанс, да, вот. Чем больше ставишь, тем больше оно пищит. Если убрать ее, то он просто будет под фильтром. А это он имеет еще какой-то эффект. Вот. Итак, мой любимый кик. 13-й из DrumKit DJ Xbox 360. Советую. DrumKit прикольный. Вот. Прям жесткий, но он не такой, как в оригинале, ну, наверное. В оригинале был, я не помню, какой он по счету, но он, я знаю, какой он по рисунку. Это, да, это вот этот вот, вот этот. Показываю, как делать сайдчейн. Нажимаешь на дорогу с киком, там снизу есть стрелочка под басом, нажимаешь на нее правой кнопкой мыши, сайдчейн тут хистрек, вешаешь лимитер, у меня своих пресетов много с сайдчейном, но вам главное запомнить то, что нужно перейти в вкладку лимит снизу, включить вот эту вот фигню на полную, потому что снизу, если вот, сюда, вот эти вот опускаешь, то что... Первая рукоятка отвечает за то, что типа какой по громкости снизу будет. Ну, короче, потом объясню когда-нибудь. Так, вот бас. Это тоже из DJ Xbox 360, тоже любимый мой и старого трипа. Вот. Он также был в треке Powder или Powder. У меня есть друг Костя. Он делал разбор Powder вместе со мной, причем я ему помогал. Вот, но все же. Я скоро тоже разбор Powder выпущу, но это не сейчас. Вот, примерно такие ноты. Кстати, я заметил то, что тут не envelope стоит, такой вот квадратный, а cut itself, вот. Так, вот такой вот хэтик у нас. Примерно такой вот. Я не смог подобрать прям точь-в-точь, как в оригинале, но когда я делал, я пытался найти такой хэт. Я просто включил параметрик, вот такую вот настройку поставил, чтобы прям самую высокую сделать эту. Высокую частоту. И примерно вот так вот. Примерно так вычислил. Но так как я тут на максимум прибавил, то мне и на хэте нужно... также точь-в-точь убавить. Но я убавил не совсем много, чтобы, ну, короче, не слишком у него срезалось. Вот. Так, отключаем орган. Отключаем оригинал.
Ну просто я срезал орган с оригинала, потому что я люблю все. Я люблю просто все, что почти точь-точь похоже. То есть, если там что-то отличается, то есть я уже расстраиваюсь и не беру этот проект. Так вот, хай-хай, слушаем. Так вот, в этом месте еще я думал как-то пробежку сделать, я думал, что она на полную вот эту вот движется, и просто потом по велосити она опускается, и появляется вот эта вот, которая снизу, но нет. Опенхеты. Они очень тихие в оригинале, только я их, ну, слишком громкими сделал, нужно было еще их потише. Но я сейчас не могу пока в проект зайти. Потом, когда наберется около 25 лайков, ну 20-25 лайков, я выложу. Вот. Также тут есть еще синт Purity. Вот. Я его искал, когда делал тоже бит в стиле тейпа. Сегодня. Вот, это вот этот тот. Я, кстати, на том проекте я его выложу, наверное. Но сначала мне нужно будет выложить на остальные другие площадки старые, а потом новые займусь. Вот. Вот, я вот эту вот фигню, которую снизу, тайм, по-моему, ручка, я ее немного открутил. Также стоит на нем грузбит, чтобы, типа, затихал он. Это вот я снизу вот эту фигню выбрал, и просто вот так вот накрутил вот так вот, чтобы он немного затихал и потом прибавлялся. Вот, также есть параметрик без грузбита, то есть он не так слышится, как в оригинале. В оригинале он немного затухает, и все вот это вот. Вот, также есть второй паттерн органа. Это я уже его нашел. Fast Leslie орган. Я, короче, нажал правой кнопкой мыши на папку. Написал орган. И, короче, вот эти вот вылезли. Я нажал Fast Leslie орган 4. Слушаем. Кстати, у меня появился Инстаграм, ТикТок, на который я, в принципе, ничего не выкладываю. Но лучше подпишитесь на него, потому что позже я буду туда выкладывать. Ну, также и на группу ВК лучше. Там, кто любит старого тейпа, тот может зайти туда. Вот, кстати, в этом месте я заметил, что тут отсутствует орган. И он появляется чуть попозже, на октаву ниже. Вот, подписывайтесь туда, потому что там будет выходить все раньше, чем на YouTube, там на ВК. Я обычно раньше на ВК все выкладывал первым. У меня там кто-то кричит на заднем фоне. Вот, раньше я ВК все выкладывал первым, но сейчас буду попытаться выкладывать на все другие площадки, а потом ВК. То есть YouTube я забросил. Я забросил YouTube. Потому что, ну, как бы времени нету, да и лень. Я сейчас не буду свои говно биты выкладывать, которые я с самого начала выкладывал. Я буду уже нормально что-то выкладывать, чтобы людям заходило, чтобы кто-то покупал. Вот.